Вальс Победы снова станцевали в Хабаровске. Несмотря на холодную для мая погоду, на площади город воинской славы синхронно закружились 120 пар. Месяц они провели на репетициях, разучивая фигуры. Для поколения, которое от войны отделяют 70 лет, это способ выразить свое отношение к событию. Чтобы показать, что мы не забыли и помним об этом дне. Ты отдаешь как честь и уважение этому празднику, участвуешь в таком крупном мероприятии. Мы живем и радуемся жизни, радуемся солнышку, радуемся небу. Но самое главное – это поклон нашим ветеранам. После отрепетированной части программы танцоры пригласили на площадку зрителей. На настоящем патефоне заиграли мелодии, популярные у молодежи 40-х. Но музыка – искусство вне времени и понятно любым поколениям. Вальс в Хабаровске танцует уже 5-й год. Поучаствовать в акции можно будет на 75-ю годовщину Победы в следующем году. Яна Коробицына, Александр Марченко. Смотри Хабаровск.